Сегодня в 8:45 утра в городе Солнечногорск на улице Маяковского произошло возгорание. Загорелись два сарая. Сейчас на месте работает бригада сотрудников МЧС, тушит пожар. Очень сильно пахнет жженой резиной. По словам очевидцев, это было умышленное возгорание, потому что за 5 минут до пожара здесь были замечены трое подростков 16-18 лет. Пожар был потушен в 11:40. По предварительной информации, строение не зарегистрировано. Причина устанавливается. Рассматриваются несколько основных версий, включая неосторожное обращение с огнем, поджог строения и, возможно, техническая причина. Как нам удалось выяснить, эти деревянные сараи 56-го года постройки, на территориях находится около 40 штук. Деревянные сараи давали людям, которые работают на стекольном заводе, для того, чтобы они хранили здесь уголь. Сейчас, на сегодняшний момент, люди хранят в них старые вещи. В результате пожара одно строение сгорело полностью, второе пострадало частично. Ущерб устанавливается. Екатерина Косевич, Дмитрий Кузякин. Наше время.